Кино или макароны? Что выбрать, расскажет Афиша. Спасибо первой неделе марта за теплые деньки, а мужчинам за приятные знаки внимания. А как провести ближайшие праздники без ущерба для бюджета, но при этом интересно и на широкую ногу, расскажет Афиша. Авторы «Холодного сердца» и «Города героев», самых успешных за последние годы Дисней мультфильмов, приготовили очередную анимационную феерию. «Зверополис» – место, где братья наши меньшие живут, разговаривают и дурачатся, как люди. Кстати, главный герой Лис не случайно кому-то может показаться знакомым. Он полностью срисован с мультфильма «Робин Гуд» 1973 года. Там вообще все такие пушистые и умилительные, так что своего зрителя картина точно найдет. 8 марта в Красноярской филармонии русский оркестр исполнит лучшие произведения, посвященные женщинам. От классических до популярных мелодий. Все пройдет в зале торжеств, а зрители смогут расположиться за столиками и погрузиться в уютную камерную атмосферу. Участник бесчисленного количества ТВ-проектов, Евровидения, певица и автор песен Полина Гагарина даст большой концерт в Гранд-холле «Сибирь» уже 5 марта. Приезжает она не одна, а с целой когортой танцоров, светотехников и музыкантов. Полина не только познакомит вас со своим третьим студийным альбомом, но и вспомнит все те хиты, которые сделали ее звездой. Ну и никак нельзя на этой неделе обойти вниманием одну из самых древних традиций весны. 6 марта в Красноярской филармонии детям в необычной форме расскажут, что такое масленица. Театрализованное представление на тему блинов, чучел, встречи птиц поможет малышам приобщиться к праздничным гуляниям. Гостей просят прийти пораньше, так как до начала в фойе всех ждет много всего интересного. Лучших биатлонистов России можно застать с 3 по 7 марта в Академии биатлона. Там будет проходить национальный чемпионат. Соревнуются в двух дисциплинах – суперспринт и патрульная гонка. Большинство спортсменов довольно молоды, но показывают отличные результаты. Только одевайтесь потеплее. Синоптики обещают в эти дни ощутимый морозец. Хорошо подкрепиться, выиграть приз и при этом совершенно бесплатно. Можно в ближайшую субботу в культурно-деловом центре «Особняк». Там пройдет турнир по скоростному поеданию лапши. За звание чемпиона сразятся 15 участников. Для фигур такой спорт, конечно, мало полезен. Но хорошее вкусное настроение организаторы гарантируют. Если же ваша прекрасная половинка жить не может без вас и театра, сделайте ей подарок. Выиграйте пригласительные на комедию «Наливные яблоки». Нравы и Тихого за Москворечье и почти шекспировские страсти на сцене театра оперы и балета. Подробности розыгрыша в группе 7 канала во ВКонтакте. Дорогие дамы, еще раз поздравляем вас с наступающими праздниками. Организовать досуг вам помогали Алина Малиева и Денис Денисов. Увидимся в следующий четверг.